Мясо колбаса. Мы очень... Мы очень давно с Сергеем еще были знакомы. У него я много раз бывал. Он у нас бывал очень часто. Не часто, но бывал в Кургане. И хотел сказать, какой он сильный мужик. Еще 2-3 года назад они приехали на Бартонские костры, там на фестиваль в Курган. В Курган приехали. И все устали с дороги 800 километров. Все легли спать, а мы с Сергеевичем часов до 5 утра осушали четверть. Представляете? Конечно, он болел немножко с утра, но мы наравне, мой вес и его вес, и возраст. И я просто горд знакомством с ним. Буквально накануне сюда ночью что-то не спалось по поездке сюда и проснулся желание написать. Как потомственный графоман, как бы решил это сделать. Есть еще, у нас присказка была такая хорошая в институте. Стыда нет, иди в мед. Ума нет, иди в пед. Если нет ни тех, ни тех, то идите в политех. Так вот, я то же самое хотел это сказать и про себя. Нет ни голоса, ни слуха, пусть страдает ваше ухо. Стихи. Называется... Без названия, скажем так. Прошу разрешения. Я Аксакала не любил. Я обожал его, не глядя. Заочно гением он был. Отец и друг, кому-то дядя. Но при знакомстве наяву он превзошел все ожидания. Такого парня на войну не зря отправили с заданием. О, скольких он благословил на поэтические вирши. Любой из них боготворил его и планку брал повыше. Я не пускаю в сердце грусть, о нем нет слов без умиления. И остается только пусть лишь чувство радости общения. О нем скучает вся братва, вся. Рокерская, бордовская, для нас он будто бы брат два, жил на все 100, не предавая, любимец женщин и друзей, ему в любой тусовке рады, шихан в башкирской он земле, нет мыслям памятным преграды. Спасибо.